Молоточек, мастерок и верхонки. И все. Набор юного дорожника на выходе реальная дорога. Аркадий Евтюшкин несколько лет заделывает дыры в асфальте во дворе дома своими руками. Исходный материал – бывший асфальт. Спросите, где он его берет? Во дворе его дома летом меняли теплотрассу, вскрыли дорогу. То, что должны были выбросить, мужчина выпросил себе. Ему еще и спасибо сказали. Мастером работы, так сказать, это сам, найти общий язык. Экскаватором мне, так сказать, это отгребали отдельно прям вот эти вот пласты асфальта. Все куски просмотрены, разделены по качеству. И все. Вот и асфальт. Да, вот такой у нас асфальт. Вот. То есть это даже для вас брак? Да, это, так сказать, это сам, полный брак, значит, это сам, потому что он, так сказать, это сам, без этого самого битума. А вам какой асфальт чаще попадается? Плохой, конечно. Хотя этому плохому асфальту всего пара лет, жалуется дворовый завхоз. Если нет асфальта, берет кирпич и говорит, получается красная дорожка. Кстати, Аркадий не дворник, он специалист по обработке спутниковых данных в Алтгу. А вдохновили его в Калининграде, где он жил когда-то. Горожане сами сделали парковку, закрыв грязь. Только Аркадий, как истинный ученый, разработал свою технологию. На его счету уже 4 парковки на 5-7 машин и несколько заделанных ям. Под его кураторством пар домов и еще несколько просится. Работает мужчина рано утром или вечером, как сейчас, все в одиночку. Говорит, люди реагируют по-разному, но поддержка есть от бабушек и, конечно, владельцев машин. Ну, как счастлив. Ну. Или все равно, как на работу ходите на эту работу? Нет, спортивная нагрузка. Анастасия Дороган, Александр Антропов, «День с толком».